Всем привет! Сейчас озвучу краткое содержание 27 серии сериала «Мама», посмотреть которую можно будет уже вечером в среду 10 мая. Турна думает, что Зайнеп является причиной ее возможной разлуки с братом, сильно обижается на нее, впоследствии избегает. Она исчезает, прежде чем Генюль и Зайнеп успевают ее догнать. Это происшествие повело за собой цепочку неприятных моментов в доме. Дженгин считает, что Хасан – это не ее ребенок. Шуле изо всех сил старается доказать Дженгизу, что он настоящий отец, но упертый мужчина все равно не верит в это. Поэтому он решает нажиться на Хасане, продав его. Когда Турна вернулась домой ради того, чтобы со своим братом, которого она считает главной ценностью в жизни, ее настигает огромное разочарование. Несмотря на все просьбы Турны, ей суждено разлучиться с ним. После этого Турна не видит никаких прелестей своего существования. Ей становится чуждой ни родная мама Шуле, ни человек, который долгое время был ей как мать Зайнеп. Муж Зайнеп, Синан, постоянно поддерживая ее, находясь рядом. Она безмерно доверяет ему, не зная о том, что муж скрывает кое-что от нее. Не под давлением собственной совести Синану приходится осознаваться во всем. Все, что произошло с Турной в последнее время, заставляет ее довольно быстро повзрослеть. Ей необходимо быть ответственной, ведь она впутывается в опасное приключение. Но все события заставляют девочку о многом задуматься. Главный вопрос, который гложет ее, сможет ли она хотя бы еще раз в жизни назвать Зайнеп своей мамой. Спасибо, что были с нами. Всем до встречи. Пока.